После сего Моисей и Арон пришли к фараону и сказали ему, как говорит Господь, Бог Израилев. Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. Но фараон сказал, кто такой Господь, чтоб я послушался голоса его. И отпустил сынов Израиля. Я не знаю Господа и Израиля. Не отпущу. И сказали ему, Бог евреев призвал нас. Отпусти нас в пустыню на 3 дня пути. Принеси жертву Господу, Богу нашему, чтоб он не поразил нас язвою или мечом. И сказал им царь египетский, для чего вы, Моисей и Арон, отвлекаете народ мой от дел его? Ступайте каждый из вас на свою работу. И сказал фараон, вот народ земли сей многочислен, и вы отвлекайте его от работ его. И в тот же день фараон дал повеление представникам над народом и надзирателям, говоря, не давайте брить народу соломы. Для делания кирпича, как вчера и 3-го дня, пусть они сами ходят и собирают себе солому, а кирпичи наложите на них тоже урочное число, какое они делали вчера и 3-го дня, и не убавляйте, они праздны, потому и кричат, пойдем, принесем жертву Богу нашему, дадим больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами. И вышли представники народа и надзиратели его и сказали народу, как говорит фараон, не даю вам соломы, сами пойдите берите себе солому, где найдете от работы вашей ничего не убавляется. И рассеялся народ по всей земле египетской собирать жниво вместо соломы. Представники же понуждали и говоря, выполняйте урочную работу свою каждый день, как и тогда, когда была у вас солома, а надзиратели и сынов Израилевых, которых поставили над ними, представники фараоновы били, говоря, почему вы вчера и сегодня не изготовляете урочного числа кирпичей, как было до сих пор? И пришли надзиратели сынов Израилевых и возопили к фараону, говоря, для чего ты так поступаешь с рабами твоими? Соломы не дают рабам твоим, а кирпичи говорят нам, делайте. И вот рабов твоих бьют. Грех народу твоему. Но он сказал им, праздны вы, праздны. Поэтому говорите, пойдем, принесем жертву Господу. Пойдите же работайте, соломы не дадут вам, а положенное число кирпичей давайте. И увидели надзиратели сынов Израиля беду свою в словах,
убавляете числа кирпичей, какое положено на каждый день. И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их, и сказали им: «Да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его». И дали им меч в руки, чтобы убить нас. И дали им меч в руки, чтобы убить нас. И обратился Моисей к Господу и сказал: «Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? И для чего послал меня?» Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же ты не избавил народа твоего.